Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока «Следующая точка ТР3 Джунджу контролирует череп человека». Это костная часть головы. Кому более подробно нужно и внимательно изучить череп, пожалуйста, анатомия вам в помощь, уважаемые зрители. Загляните, не поленитесь, откройте для себя что-то новое. Ну и помните, что акупунктурные точки тоже могут многое, но не все. Потому если у человека были травмы черепа, травмы головы, ранения в голову, вот, удар, ушиб головы, также были травмы мягких тканей, вот, кожи, которая крепится на черепе человека, на голове. Вот. Когда у человека были хирургические операции на головном мозге по удалению, допустим, там, тех или иных опухолей, либо вообще операции на головном мозге, а также происходили трепанации, то данная точка ТР3 Джунджу может выступить точкой, которая может, скажем так, что? Ну, привести в порядок череп человека. Не на 100%, здесь мы подчеркиваем, не на 100%, но эта точка будет в помощь для восстановления, что? Черепа человека. Почему? Потому что, когда проходят тяжелые операции на голове, следует брать во внимание, что на голове проходят несколько меридианов, такие как желчный пузырь, мочевой пузырь, тройной обогреватель, тонкий кишечник, желудок, сердце, печень. Вот, пожалуйста, мы 7 меридианов уже назвали. Вот в каком они состоянии. И если человеку, допустим, была та или иная хирургическая операция проведена, вот, то необходимо провести все-таки здесь, подчеркиваю, необходимо провести диагностику 12 меридианов, дабы знать. Я в своей практике приведу простой пример. Человек приехал ко мне после удаления опухоли головного мозга, и когда мы провели диагностику 12 меридианов, то те 7 меридианов, которые вы услышали в данной лекции, они были, что, все воспалены. И нам пришлось, что, эти все меридианы расслаблять. То же самое был воспален меридиан тройного обогревателя, который также, что, контролирует головной мозг, но не только. Точка ТР3 контролирует череп человека. Пожалуйста, через данную точку мы можем ослабленные данный меридиан, что активизирует тем самым он своим энергетикой, что восстановит человека. Или через данную точку ТР3 Джунджу мы можем расслабить данный меридиан в случае, если он воспален, это вследствие чего, что снимет воспалительные процессы, все, которые отражаются на черепе человека и не только. Спасибо за внимание.